наидобрейшей утрицы. Спать сейчас гораздо лучше, потому что погода наладилась. Сами вчера все видели. Сегодня такой же денечек. Покажу вам наш апартамент. Вид из апартаментов. Ой, красота. Сейчас будем умываться, чистить зубы. У нас тут сосед дал нам телескоп сейчас утром. Вот, мальчишки убежали на берег смотреть. Время утра, еще 9 утра только. Многие еще спят из нашего лагеря. Мы с утра запустили снова генератор. А это значит, что я хочу сейчас с утра зарядить абсолютно всю свою технику. Значит, это все камеры, все батарейки, все телефоны. Также поставить ноутбук, заряжаться. Иди сюда. Так, также обязательно сейчас зарядим батарейки от дрона, чтобы нам делать красивые кадры с воздуха. Да побольше, как говорится. Вот такая штуковина идет. Кстати, может быть, кому нужно, пишите в личку, например, в Telegram. Мы вот этот дрон продаем, но он максимально прозрачный. Вся история есть, все полеты есть. Также то, что было падение, был сломан луч. Также была оторван провод стабилизации. Я все починил, все работает, все хорошо. Вот сейчас на нем летаем. Мы хотим брать новый дрон, на него сейчас копим. Вот, поэтому кому нужно, можете написать. Но, по крайней мере, честная, прозрачная схема, не утопленник, ничего, все как налицо, да. Никто вам всю правду никогда не расскажет про дрон, сколько он падал, сколько он чинился. Здесь вся история его на глазах. Так, все, пойдем заряжаться. У всех в жизни случаются сложные финансовые ситуации, и несколько лет назад мы сами в такой ситуации оказались. И тогда ничего не оставалось делать, как обратиться в Альфа-банк и заказать себе кредитную карту. Как вы можете заметить, до сих пор карточка ездит с нами. Тогда условия были следующие, что мы брали кредитную карту и пользовались деньгами аж целых 100 дней. Вы только вдумайтесь, 100 дней пользоваться чужими деньгами и не платить проценты. На рынке никто не давал ничего подобное. Но сейчас Альфа-банк пошел еще дальше и сделал аж целый год пользования деньгами без процентов при совершении первой покупки в течение 30 дней после оформления карты. Также, тратя с этой карты деньги, вы получаете от партнеров аж до 33% кэшбэка. То есть тратите и зарабатываете. Также вы получите бесплатное обслуживание целый первый год. Максимальный кредитный лимит по данной карте до 500 тысяч рублей. И еще решения по данной карте принимаются за считанные минуты. Ссылочку на эту карту я оставляю в описании. Переходите, оформляйте и, самое главное, пользуйтесь с умом. Идем купаться. Сейчас искупнемся, покажу, как там мое мебельное производство. А мы с Настей идем купаться. Настенка, раздевайся и пойдем купаться. Раздевайся? Ага. Прям так сразу? Родители. Все такое спокойное море, хотел сказать. Волга. Так, ладно, идем. Я готов вам показать ту красоту, которая получилась. И получилось очень здорово. Смотрите, не обращаем внимания на бардак. Здесь мебельное производство, как-никак. Но вот посмотрите, вот он каркас получился. Сюда у нас влазит холодильник, наш биотуалет, 20-литровая бутылка и еще что-то. Можно положить вон туда вот заднюю часть. То, что я очень сильно хотел сделать, смотрите. Вот, вот так вот это все достается. Вот. И можешь стоять спокойненько под крышей, поставить газовую плиточку, здесь приготовить. Сюда будет убрана посуда. Возможно, я здесь сделаю еще полки и немножко промазал с материалом. Сюда нужен полный вот каркас, значит, закрыть зад. Но это буду уже устанавливать потом. Но в целом вот. Максимально, конечно, удобно. Просто красота. Здесь еще я хочу сделать продолжение, чтобы можно было ставить вот эту вот раковину. Вот так вот ее ставишь, цепляешь трубу и моешь спокойно посуду за счет вот этой вот леечки. Сейчас вместе с Мирончиком произвели свежую заправку нашего бака. Вот смотри, 4 дня стоим, и вот только сейчас закончилась вода. Ну, то есть мы что-то и моем, там, фрукты, овощи, кружки, такое вот мелкое, вот. Поэтому нам этой трубы достаточно. Смотрите, как я ее забил. Сюда уехала полностью вся посуда. Здесь еще поставил просто так, пока ящик с каким-то барахлом. Просто так вообще. Сейчас это тест-драйв, так сказать. Вот оно все уходит туда, заезжает. Но ящик немножко мешается. Но в целом багажник закрывается. Это хорошо. Надо будет полочки сделать, перемычки, чтобы было более лучше. И для вилочек, для ложечек все это дело, чтобы было отдельно. Но в целом, мне кажется, еще круто. Сюда бахнем наш логотип. Сохраняем для вас новый видеоролик. И хочу показать вам по поводу плитки. Вот, многие покупают вот такие вот плитки. Они подороже немножко, типа такие плоские, вроде такие красивые, туда-сюда. Но у них есть большой минус. Во-первых, когда дует ветер, сдувает все пламя. А во-вторых, газ в них расходуется, я не знаю, мгновенно. Вот сюда поставили с утра новый баллон. Полдня все, газа нету. Пару раз грели чайник и варили суп. На нашей плитке мы примерно 2-3 дня плотной готовки, газ никуда не девается. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня, развенчаю миф про тебя и про себя. И пусть все нелегко и как-то рвано, меня излечат собственные раны. Склоняться по пятам и тут, и там, по чердакам, по городу, столице. Напиться и, как говорится, быть вечно молодым и вечно пьяным. Быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты? Где же ты? Где же ты моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад. Где же ты, моя нимфа, что околдует этот мир собой? Мне хватит только взгляда, и можешь делать все, что тебе надо. Где же ты? Где же ты? Где же ты моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты моя? Мы решили сейчас все дружно, Настенька, Мирончик, Родиончик, Артемчик, я, поедем на лодке, покатаемся. Я думаю с собой взять спиннинг, если я его найду. Вот, сейчас беру мотор. Кто не смотрел предыдущие выпуски, вот такой вот мотор, Микацу называется, 3,5 лошадиной силы. Все готово, мотор стоит, весла есть, жилеты мальчишки одели. Сейчас я беру жилет мне, Настенке и, значит, Мирончику, и отправляемся. Идут Настенька с Мирончиком, Радюшка вот сейчас будет уже залазить в лодку, полный бак, но с собой беру канистру, потому что последний раз, когда мы ездили, получается, мы уплыли вот туда вот. До Мышкина, город Мышкин, да, или что-то, поселок Мышкин. И у нас закончилось топливо, мы оттуда гребли просто, представляете? Вот был прикол, конечно. Так, папа кого-то поймал, да, папа? Да, сейчас смотри, как бьет удочку. Поймал. Сейчас, а может быть, папа, не факт. Она замахнула, смотри. Ну, бьет хорошо просто. Прям, я не знаю, или бы сорвалась уже. Не знаю, сейчас посмотрим. Я же тебе говорю. Хочу вам сегодня показать прекраснейший закат. На самом деле, третий или даже второй день подряд. Он действительно прекрасный. Мы садимся ужинать. Как говорится, все, что приготовили. Вытащили сюда столы, потому что закат на самом деле невероятно прекрасен. Пойдемте на пляж. Смотрите, как солнышко переливается в реку. Я все хочу сказать морю. Но нет, это не морешка, но в любом случае очень даже вау. Смотрите, какая красота. Вообще, вот это кайф. Да, Волга — это на самом деле потрясающее место, где можно действительно очень-очень круто отдохнуть. Наше сегодняшнее утро начинается со сборов. Представляете, мы сегодня будем отсюда уезжать. Наше путешествие здесь, в этом поселочке, заканчивается. Мы едем открывать для себя новые места, друзья. Все выпуски обязательно посмотрите на канале. Все есть, очень хорошо снимали. К нам приезжал братель со своей семьей. И они сейчас тоже уезжают. Мы вот двигаемся сегодня вместе. Ну, точнее, они к себе едут. Мы потом по своим делам поедем. Мирочку сажают уже в креслице. Пиу. Мира! Какой ты креслица, моя хорошая, молодец, садись. Ребята поедут к себе домой, а мы поедем в Ярославль. Очень давно хотели сделать, очень хотели там погулять, посмотреть, изучить. Но вы, как всегда, с нами. Но об этом уже будет в следующем видеоролике. Сейчас был просто максимальный прикол. Ребята уже уехали, доехали до трассы, в итоге развернулись, говорит, мы забыли, мы решили сфотографироваться. Вот, а теперь они точно уже все прям поедут, надеюсь. Отойди. Сделали фотку, в общем. Вернулись, чтобы сфотографироваться. Детвора уже позавтракала, да? Мирончик, маленький батончик. Теперь садимся мы с Настенькой, семья большая, жарим всегда два подхода и яичницу. Вот такую красоту Настенька приготовила. Будем завтракать и собираться. За эти несколько дней накопили огромнейший пакет с мусором. Единственное, что, короче, у нас порвался. Вот. Сейчас, короче, обмотаем его стретчем, чтобы донести до помойки. Здесь, в принципе, достаточно помоек. Но, к сожалению, как обычно, не все вывозят мусор с собой. Это, конечно, плохо. Если вдруг отдыхаете дикарями, забирайте с собой мусор, неважно, пакетик, маленький, большой, всегда увозите. Как правило, можно довести просто, ну, там, до ближайшей деревни, и все. Вот такая вот хреновина у нас получилась. Фу, я говорю, вообще, зачем так много мусора копить? Лучше в маленьких пакетах и сразу выносить, учитывая, что здесь мусорка есть вот прям возле церкви. Вот про что я говорил. Видите, вот сложно донести. Мы вон даже ручки сообразили, чтобы вытащить все это дело, а вот это вот так свинячит. А потом собаки прибегают, птицы вот это все разгрызают и разбрасываются по природе. Обязательно посмотрите предыдущие видеоролики, потому что я там очень подробно рассказал, как мы построили на крышу бак для воды, он же душ. Мы прицепили вот такую вот лейку бидешную. Смотрите, как шикарно. Вот, кто-то говорит, напор маленький, очень даже достойный. Также в этих видеороликах я показал, как мы построили вот такую вот нишу. Давно хотел, смотрите, как она прекрасно выдвигается. Здесь огромное количество посуды, огромное количество места. Мы ее немножко еще доработаем. Во-первых, я хочу ее покрасить. Во-вторых, сюда прицепить наш логотип. Здесь сделать полочки и отсеки для вот этих вот приборов. Все это дело будет дальше в выпусках, поэтому подписывайтесь обязательно, чтобы ничего не пропустить. Вот такая вот красота у нас получается. На днях мы еще приобретем себе большой-большой автобокс, тоже установим. Все это дело покажем. Мы хотели с утра уже уехать, в итоге передумали, потому что очень много навалилось у меня работы. Сейчас поэтому готовим обед. Вечером посидим, пожарим шашлык, а уже завтра утром прям сразу проснемся, кофе пьем и поехали, да, правильно? Да, я так хочу. Вот. Машину переберем, ну, все думали, сегодня едем. В итоге 7 пятниц на неделе. Я вот пока готовлю, здесь варю детворе компот. Вау, кстати, все можно плитку отключать. Вот видите, свою плитку принес, я уже показывал в выпуске, что вот эта плитка гораздо лучше, чем вот это вот. Здесь расход газа просто сумасшедший. Варю, значит, суп. Сейчас я все закину и покажу, пока я готовлю, чем мои занимаются. Как обычно, картошка, лук, морковка. И сегодня единственное, обращаемся за услугами, значит, к... Как она правильно, господи, тушенка. Вот. Никогда не пробовали, но сегодня сварим суп. Будут родители тоже есть. Я не успел показать. В общем, они купались, причем взяли с собой надувной матрас. Плавали там все вместе, и даже плавал Мирончик. На самом деле я тоже хочу искупаться. Вот, только повыходили из воды. Что-то мама делает, это что, типа стирка? Стирка. О, боже мой. Лава! Ты что, стиральная машина, Бош? Стиральная машинка, Бош. Мирончик, ты накупался? Сыночек, сыночек, ты накупался? Бабушка что-то делает там, пап, пойдем погреемся. Родителям не сидится на одном месте, переезжают они сегодня, видите, уже даже убрали машину, будут туда вставать на соседнюю, значит, полянку. А все почему? Потому что сколько здесь стоим дней, кидаем донку, рыбы вообще нет. Буквально там 5 штучек каких-то маленьких поймали, и все. В прошлый раз, когда они ездили одни, они стояли там чуть дальше, и там, получается, большая глубина сразу, нет этого плавного захода. И они там таскали прям одну за одной. И решили сегодня переехать. После выходных все уехали, они двигаются туда. Пока тут совершается переест, Настенька стирает. Да, да, стирай, а Мирончик помогает. Полоскай, водичку клади. Ну? Клади. Да почему сюда-то? Водичку надо, полоскал. Водичку надо, поднимай, полоскай. Поднимай, на. Полоскай. Ну что в траве-то все, как это вешать-то будет? Водичку полоскай. На, полоскай. Как ты полоскал? Показывай. Все, не падай. Не, туда. Не, туда. Водичку, ведерко. Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам кое-что порекомендовать. Мы очень много путешествуем, смотрим, изучаем какие-то различные места, проверяем маршруты, проверяем какие-то столовые, кафе, рестораны, где-то ночуем дикарями, где-то заселяемся в какие-то гостевые дома, в гостинице. Так вот, для того, чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу, Крыму, Абхазии, мы написали наши авторские гайды. У нас их целых 5. Это гайд по Крыму. Крым мы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями, так и, так сказать, отельно. Там есть локации, рекомендации, куча маршрутов, достопримечательности, очень много всего. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Там тоже куча всего, есть контакты жилья, маршруты, достопримечательности туристические и нетуристические. Далее по Большому Геленджику. Там тоже куча информации, есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенности, горы, крутые пляжи. Также столовые, рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из 2 частей, но все-таки Сочи это большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили, поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная, ну как бы в любом случае это другая страна. Там есть также рекомендации, советы, кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого, ну а где-то цены как бы ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать даже памперсы, тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты собрать и так далее и тому подобное. Все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели и погнали в путешествие. Пока у нас спит Мирончик, мы решили из машины все вытащить, чтобы навести здесь порядок как-нибудь, пока максимально удобно разложиться, чтобы нам где-нибудь вставать, например, в том же Ярославле. Приехал, погулял, покушал, резко лег спать, и все. Собственно, сейчас вот решаем, что куда положим. Безумно не хватает здесь, конечно, полочек различных. Я вот, собственно, фанеру, которую пилил, тоже забираю с собой, чтобы потом до ума все это дело довести. Сегодня будем спать по-новому. Вплотную сдвинул кресло, мы на самом деле давно об этом думали, просто что-то не решались. Получается, что здесь вот они впритык встают, коврик стелится, и сюда в салон мы ставим биотуалет. То есть это для того, чтобы ночью не шарахаться, не выходить из машины. Особенно актуально, если где-то стоишь вот в пределах города, там, где нет возможности поставить вот эту палатку, да, туалет. То есть очень-очень актуально, и здесь получается достаточное количество места. Давайте я вам покажу наше новое место. Это, в общем, чуть ближе к церкви, просто здесь хорошая очень рыбалка. Это родительский туалет, у нас теперь туалета нет, это они просто что-то поставили, не знаю. Это кухня, это шатер, собственно, спуск на воду, это их палатка, это их машина. Вот, мы немножко так встали, завтра поедем с утреца. Вот, ну а туалет, то, что мы перекинули сюда, я вам уже сказал, в дороге это гораздо лучше. Ну, собственно, вот такая вот история. Сейчас будем разжигать костер. Здесь вот в предыдущих осталось тренога. Шашлычок сегодня будет. Уже даже замаринованный. Так, вот. Будет сегодня вкусный ужин, костерчик. Будем ложиться спать и отправляться в новые путешествия. Шашлычок. Сегодня скромный, сегодня даже без гарнира, на самом деле просто мясо. Просто лопаем, ложимся спать, отдыхать, завтра в путь. Как же солнце круто раскрасило небо и саму воду. Я думаю, что камера не передает таких цветов, но они бомбические. Да, Мирончик? Шикарно. Вот такие вот деньки у нас получились. Вот так вот мы отдыхали, вот так вот отдыхают наши родители. Вот такие кемпинги мы разворачиваем. И теперь, наверное, вам понятно, почему мы любим отдыхать дикарями. Ну, особенно, конечно, на море. Это, конечно... Ну, нам больше, конечно, это заходит. Но вот такие вот речные, озерские, если можно так сказать, дикарские отпуска... Тоже ничего, да, сынок? Зато с родными. К сожалению, их на море пока выдернуть не получается, они почему-то не соглашаются. Мы будем завершать наше приключение здесь, в Ярославской области, на Волге, дикарями. Мы завтра отправляемся в новое путешествие, и как раз мы поедем в Ярославль смотреть, изучать, путешествовать по этому городу. Так что вы обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Чтобы быстрее отслеживать наши путешествия, интересные факты, подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте. Нас там уже больше 15 тысяч зрителей собралось, представляете? Там Настенька пишет нашу историю нашей семьи. Там очень интересно, поэтому тоже заходите. Ну и, конечно же, на телеграм-каналы подписывайтесь. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами в новом видеоролике. Маши пока. Маши пока, сынок. Все, пока. Пока. Пока.